Что нужно для счастья человеку? Да не так уж и много. Хорошая пластинка, добротная техника, и мы уже в аудио нирване. Свистать всех наверх, Bluetooth на борту, а это значит можно слушать винилового Стинга на беспроводных наушниках. Перед вами бескомпромиссный, теплый, аналоговый чемпион в своем классе по всем показателям. Аппарат, имеющий в своем арсенале MM-картридж, аудиотехника AT-3600L, массивный опорный диск из литого алюминия, встроенный фонокорректор, Bluetooth версии 5.1, пасиковый привод, систему с автостопом и много чего еще полезного. Менее 16 тысяч рублей, и вы, можно сказать, эстет. Сидящий у камина на шкуре гризли, смотрящий на пламя, попивающий из хрусталя Глен Моранж и слушая свою любимую пластинку Depeche Mode на этом чудесном аппарате, созданном российскими инженерами.